Всем привет, с вами Фтиф Про. Всем покажу мод, который добавляет бульдозер Minecraft Pocket Edition. Вот мы перелез в мире. Так, сейчас возьму бульдозер. Вот так выглядит бульдозер. Сейчас возьму ключ и бензин, чтобы заправить его. Так, ставим наш бульдозер. Как видите, он как бы живой. Заправим его. Вот мы заправили наш бульдозер. Давайте возьмем ключ и зайдем в него. Точнее, заведем. Так, вот. Мы поехали. Вот. Такая желтая кабина. Торчит труба. Так, как видите, я ломаю блоки. Ломаю блоки, они не просто так. Хочу вам показать, как... Для чего нужен бульдозер. Сейчас я попробую развернуться. Ну, сейчас я выйду с бульдозера. Так. Вот, наверное, хватит. Давайте обратно зайдем. Так, что-то не слушаешься. А вот сюда шли, давайте. Вот, все. Как видите, если, ну, опуститься на один блок ниже, то бульдозер начнет ломать блоки. Вот, он ломает, ломает. Вот. Ну, вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.